Так, вначале, друзья, просверливаем дырочки сверлом 3,5 в профиле. Просверливаем насквозь сквозные отверстия. После того, как насквозь просверлили 3,5, берем сверло семерочку и сверлим верхнюю, рассверливаем. И немножко не до конца вниз, для того, чтобы саморез заходил за подлицо. Ну и так на всех профилях. Оп. Вверх до конца насквозь. Там за подлицо, чтобы саморез заходил. Так. Берем вниз. Будем сейчас в профиль вначале. Так. Мама, вверх, вверх, на, вверх на меня. А здесь-то нет профиля. Так, а как он может быть, если я еще не отмерил? Так. Вниз толкаем. Конец этой эпопеи. Зашил я беседочку карбонатом. Вот так это выглядит. Пока еще не слишком до конца, скажем, еще один пролет оставил. Здесь так, там водостоки у меня. Профиля сверху закрепил. Из
снизу закрепил также. Ну и здесь вот так вот угол. Еще осталось пролет зашить этот. Вот такое оно съемное будет на лето. Вот так вот смотрится изнутри. Урожай здесь у нас. Так что как-то вот так.